А на озере еще лед. Доброе утро, мы на даче. И вот так у нас тут. Гора снега. Да, и туи, конечно, поломала. Снег сходит с крыши, и туи, ветки ломаются. И здесь снег лежит, и за домом там наверняка тоже. Вот так. Тони с Юрой сегодня не приедут. Она мне звонила вчера, Тонечка. Они завтра приедут. Ух, Тоня, у вас мангал завалился. Или не завалился? Вы специально положили. Так, а наш стоит. Маленький пруд, еще весь ледяной. Мы его так и оставляем. В нем зимует кувшинка. Бересклет. Так, а эта туя опять развалилась. И ведь оставили с подпорками ее. И все равно. Одарили мне ее совсем крошечную. Я не знаю, 20 сантиметров. А сейчас смотрите, какой куст громадный. Ну, вот здесь как будто лето. Все зелено. Так. О, и за хозблоком тоже полно снега. Вон сколько. Так. О, камень мой стоит. Забыла убрать. Ну, перезимовал декупаж мой. Так. Так-так. Соседи, здесь Влад приехал, а Светочки нет. Света, привет тебе, если смотришь меня. Надо будет сгребать листья. Убирать все сухое. Дел полно. Так, ну а теперь надо посмотреть, как там в доме. Вот эти листья, их очень просто берешь и собираешь. Ну, в первую очередь надо позавтракать. Это даже не завтракали. Клематис. Что я с ним буду делать? Клематис, который цветет на побегах текущего года. Я его буду подрезать под корень. И вот такая масса нарастет за сезон. Да, спрашивали, какая подставка под клематисом. Вот такая. Видно, да? Как колонна. Да, снега много было в этом году, туи пострадали. Но они за лето, конечно, немного затянутся, эти проплешины. Сосна вообще легла от снега. Но у нее и сорт такой. Так, а здесь что? Что?
Что здесь? Пробивается лилейник. Барвинок зеленый. Овечьи ушки как ушли под снег, так и вышли зеленые пушистые. А вот на этих будут пушистые метелочки белые. Ёлки. Так еще все неприглядно. А вот эти кипарисовики первый год перезимовали хорошо. Даже не обмерзли, не обгорели. А то каждый год я их подрезаю почти наполовину. Гортензия. Это голубая гортензия. И похоже, что перезимовала. И даже, наверное, скорее всего, будет цвести, потому что она цветет на побегах прошлого года. Ну, не знаю, по крайней мере, чувствую, что живые ветки. Такое чувство, что туи растут круглый год. Они все больше и больше становятся. Но расцветка у них сейчас бурая, а летом они будут изумрудными. Ну, а уреи золотые. Ну, тоже немного не тот цвет. А вот та что-то во все стороны распетушилась. Видно, от снега, от ветра веточки отошли. Так, спирею тоже буду подрезать. А эта лапчатка тоже немножко подрежу. Вот веточки отошли от ствола. Но ничего страшного. Ивушка хороша. И дерен. Тоже красивые красные побеги. Наверху, а внизу такие желто-зеленые. Походим по снегу. Подтопочем. Ой! Так, этот водоемчик у нас закрыт, но пока открывать не будем. Попозже. Наша улица. Кое-где снег лежит, около Гали снег лежит. А в ту сторону тоже немного. И светит забор шикарный. Ну ладно, пора готовить. Так, и что меня волновало? Держатся ли обои? Ох ты, господи, сумка свалилась. Держатся и нормально держатся. А боковушки мы покрасили все-таки. Все еще под пленкой. Меня спрашивают, зачем? Да затем, чтобы не пылилось. Муж пытается включить телевизор. И сейчас будем топить печь. Ну как без нее, правда? Никак. Зимой собирали эти яичные коробки. Привезли сюда на дачу. Они хороши для растопки печи. Включили потолочный обогреватель, и сразу пошло тепло.
Ну, а я тут по кухне. Сейчас поставлю чайник и разогрею пиццу в микроволновке. Так, это зеленый с жасмином, а этот, по-моему, улун, молочный улун. Я не помню, говорила или нет, эти ведра тоже сделал мой муж из пластмассовых флаконов. Легкие, удобные, прочные. Так, потихоньку чистимся. Хочу показать. В прошлом году дарили мне гиацинт на 8 марта. Я их потом посадила сюда. И вот вам, пожалуйста. Вот так. И сейчас хочу кое-что показать и спросить. У меня росли эти цветы в ящичках. Ну, потом я их осенью высадила в грунт. Но мне жалко выбрасывать. Думаю, ну пусть замерзнут уже все вместе. Они живые. Разве они зимуют? Как это называется? И, по-моему, они не зимуют. Подскажите. Тюльпаны в прошлом году осенью сажала в корзинах. Проклевывается. Ирика. Ирика красавица. Вот такая. Вон сколько шишек белка наносила нам. Ух. Ой. Утята вмерзли в лед. Клематис под корень срезаем.
Ну, обычно это делаю я. Но сейчас я снимаю. И вот, что у нас осталось от клематиса. Ну вот сейчас хорошо и подставка это видна. И выравнивать надо, перекосилось. Но немного почище стало. Немного почистили. Наверное, от снега сломалась облепиха. Вот такой большой сук отломился. Плитка отлетела.